В Каменногорске состоялось открытие семинара, темой которого стала реализация госполитики в сфере общественного согласия и общенационального единства в регионах Казахстана. Организаторами проекта выступила Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. В семинаре-тренинге, который состоялся на базе филиала Академии государственного управления по Восточно-Казахстанской области, приняли участие госслужащие, специалисты управления, сотрудники правоохранительных органов, этнокультурных объединений. Отметим, что на мероприятии прибыли слушатели семинара из различных районов региона, а также из Карагандинской и Павлодарской областей. В настоящее время нашей целью является дальнейшее развитие и сохранение уникального единства и согласия в Республике Казахстан. Как отметил глава государства Нурсултан Назарбаев, в этом направлении ведется активная работа. Ее необходимо продолжать, раскрывать значимость этих задач перед населением, определить демографический и трудовой потенциал цифровой экономики Казахстана. Ведущие семинары раскрывают участникам значимость задач по формированию общенационального единства и идентичности, определенных в рамках послания главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции, а также направления госполитики в религиозной сфере и многое другое.